Добрый день! Сегодня 29 сентября, и мы находимся в Тулоне, где достаточно прохладно. Сегодня облачная погода. Мы вот только-только приехали вот с вокзала, по дороге видели горы, видели, как живут на юге Франции в простых нетуристических городках. Про Тулон мы не знаем ровным счетом ничего, и оказались мы здесь достаточно случайно. Сейчас у нас есть до пересадки на поезд в Ниццу буквально минут 20-30. Мы сейчас быстренько добежим до набережной. Что-то там, может быть, увидим, может быть, не увидим. Я не знаю, будем возвращаться к вокзалу, чтобы не опоздать на наш поезд.